Добрый день, любители видеоигр. Я решил зайти в Counter-Strike Global Offensive. И я зашел, да, я зашел. Вот. Но... зашел за команду террористов. И их как-то стали поджимать, я так посмотрел. А, то есть у нас террористов меньше. Но... я взял бомбу. Вот, но нас террористов меньше, но мы, по сути, выигрываем. Вот, я остался один, и сейчас, по-моему, мне настанет криндец. Но это... ой. Это я ему в голову попал, или... нет, скорее всего, это... да, ну вот. Надо музыку сейчас отрубить, так... как вырубить тут по полностью, по-моему, да? Так, сейчас посмотрим. Так, кому-то уже в жблон залетело. Ладно, покупаем. Круто, что тут броня уже есть. Это очень круто, я считаю. Ну как, вообще не совсем круто, потому что неопытные игроки, каким был раньше я, не покупают броню, и тем самым их легко убить. А здесь есть у всех броня, и поэтому даже... даже, ну, просто... ну, и у всех, короче, броня есть. Блин. Ну, знаете, да. Видите, как я и говорил. Зажали тут ребяток. Что-то как-то, да. Ну, ладно. Ладно. Новый раунд, новые победы. И мы, нас противник начинает уже догонять по счету, уже 11-14. Мы должны по-любому помочь ребяткам, хотя, по сути, нужно помогать тем, довершать раунды, но за них просто не было места, и поэтому я зашел за террористов. Ой-ой-ой, в глазах, я думал, это у меня, это, от слепа в глазах двоится. Да, калаш таков. 7 хп оставил. Be safe. Let's go, my friends. Знаете, я вот так подумал, давайте, может, SSG возьмем. Ой, SG просто 550. SIG 553, по-моему, это вообще, не SG. Ладно, не важно. Вообще, пушечка достаточно хорошая. Знаете чем? Когда я играл на дезматчах на хедшот серверах, там она не ваншотила голову. Там вообще ничего не ваншотила голову со шлемами, как, кроме как калаш. Но АК-47, у него бешеная отдача и непонятный какой-то, непонятная точность. Вроде стреляешь в голову, а по пуле куда-то там рядом с ухом пролетает. То есть немного странно. Вот. Ну а здесь она получше... так, все, надо раньше. Отлично. Ну надо же. Так, все, надо собираться. Уже 13 к 4. Но если мы не выйдем, не вы... как сказать, если мы не вытащим игру, хотя бы сделаем ничьё. И по-любому надо. Чё-то да надо изменить. По-любому, по-любому. Так. Прям вообще надо. Так, что-то у меня это полос пролетело. Ладно, ничего, давайте попробуем посидеть. Но единственный вариант в таких случаях обычно это рашить. Вообще это очень достаточно неплохая идея. Можно закинуть дым, закинуть слеп и ворваться к ним на респ. Две тыквы поставил. О, ну все. Чувствую, сейчас будет 14-14. Да, ну у меня, в принципе, были шансы, но небольшие. Ну, примерно в 4 хп. 4%.
А, мне бомбу дали. О, берем снова СГ. И попытаемся сейчас нарезать немножечко противников. Вот зачем он это сделал? Так, ну что, вообще, я бы хотел сходить уже в сторону Б. Немножечко сменить обстановочку. Так, нас уже... Отлично. Да, слушайте, мне кажется, оружие, в принципе, неплохое. Угу. Даже, мне кажется, очень неплохое. Но с ним почему-то мало кто играет. Ну, меньше народу, чем... С калашом больше играют, короче. Так, делаем минус в темнице. И в пещере, походу, кто-то еще там есть. Но пока что, знаете, нет смысла ходить. О, наш чувак дает минус Галила. Два минуса даже. Да, ну у этого оружия... Валим, парень. У этого оружия тоже есть рандомщина. Ну, в конце, когда ты уже стреляешь, здесь после первых 10 патрон пули начинают лететь уже не точку по прицелу, а куда-то в разные стороны. Так, ну мы... Вот тут эмочка лежала. Я вообще в основном за спецназ играю только с эмкой с глушителем. Я ее раньше вообще не любил, потому что там 20 патрон, но потом подумал, почему бы и нет. Вот, ну с калашом я пока что еще не особо научился играть. Но вот давайте не будем ставить им никакой цвет на бомбу, провод, чтобы у них не было шансов. Я никогда не ставлю провод. Никакой цвет. Никогда никакой цвет не выбираю. Точнее, никакой цвет. Да, не выбираю. Не, ну 39 хп, конечно, это нормально, но... Пульки не пошли, ладно, валим. Да как пройти, дойти? Все не очень круто. 10, 9. Нужно лишь дотянуть. 7, дотянуть до 5 6, секунд хотя бы. 5. Да, я, в принципе, уже не успею убежать. Кстати, счет 14-15, почему-то мы не выиграли. Наверное, тут до 16 раундов. Так, берем снова СГ. И если мы сейчас выиграем, тут уже по-любому. Мы либо выиграли, либо ничья. У них-то шансов, мне кажется, нету. Да-да-да. Если вот я говорю, мы либо... Блин, какие-то минусы жесткие дали. Ну вот вроде... По цели стреля... Блин, голову меня зафигачил. Все не очень круто. Все очень даже не круто. Хорошо. Но это такое оружие, где... Тоже надо прицел по ногам стрелять желательно, ну, в режиме прицеливания, чтобы пульки вверх шли в тело. Так, ну, либо бомба на Б, либо в пещере в этой. Ну, либо она внутри, в темнице, то вообще все очень, не очень круто. Но если на Б, тоже, конечно, ну ладно. Я все, что я смогу, то я сделаю. В принципе, у меня есть шансы 9%-ные. Судя по моим количеству хп, но... Да. Ну ладно, зато ничья. Ух, нифига мне хромый кейс дали. Хром 2 кейс. Он, по-моему, раньше вообще косарь 1000 стоил. Не знаю, могу ошибаться. Ладно. Всем приятной игры, побольше везения и удачи. Всем пока.